兄弟们，今天我媳妇儿给我下个最后通牒，这个事儿要不干我媳妇儿就得干我。具体什么事儿呢？我给你们看看。这不我送我媳妇儿一条狗吗？然后马上天凉了嘛，我媳妇儿嫌这个狗窝有点破，说的你整一个狗窝。我说狗窝那不简单吗？我说拿个搁板子叮当的给你定就完事儿了吧。不行，这也不行，说的你必须得整个好的。这个不好，哎，他不还不错。啊哈。Просто фигня какая-то, это мусор, надо сделать нормальную, хорошую. То, что здесь в Китае зимой, на Сибири, очень холодно. Прошлой зимой -50 было зимой. Поэтому очень нужно сделать хорошую, качественную, теплую будку. Это моя собака, а за животными нужно хорошо ухаживать и помогать им. 给你们看看这狗窝，确实是有点狼狈。咱东北农村狗窝不都这样吗？但是我媳妇不同意了，我要不给整个好点狗窝就。要说我家小大厦对这只小狗可真的是喜欢的不得了，这只小狗也算是我俩爱情的见证了。它是当初办中式婚礼时我送给小大厦的惊喜，一开始本想直接带回去，可是小家伙太小有点皮肤病，后来就留在国内治疗了。一来二去和我妈也处出了感情，我妈看见它就能想起我们。小大厦也是善解人意，说那就让妈妈留下养吧，这样我们不在国内的时候它就能陪着爸爸妈妈。然后我们现在出发了，去镇子里面买板子，买材料去。我刚刚在网上看一个狗窝不少钱呢，我说的那啥自己整吧。一开始我寻思拿破板子给它盖，这个凿吧一个得了，不干，说的必须得要一个暖和的好的狗窝。我说行吧，没办法了，我说那就去镇子里面物色物色材料，看看能不能传出一个狗窝来。Я поеду вместе с ним, чтобы все проверить, что он купит. И еще потом снаружи надо утеплять материал, который, ну, короче.Теплый материал такой, чтобы воздух не пропускал и не выпускал. Вот. Вы, конечно, потому что мой папа так делает будки собак.Я научилась, я знаю, как делать. 我感觉这小狗的待遇比我都好。出发。出发。我俩过来买板子了，没有那么相应的板子这块。没有。然后就买了几个方子。先买几根方子，让老板帮忙锯一下。板子去别家再看看。哎妈呀，兄弟们，脑瓜子嗡嗡的啊，有点。就是一开始我媳妇想在网上买一个这个狗窝，我一看那网上都500-600块钱，我说咱花这钱干啥？我说自己锤吧一个吧。然后锤吧一个，我家那木板子还贼破，还那个直透风。我说那就上我们镇子上买点建筑材料，整个稍微板正点狗窝吧。算完账之后给我懵了，算完账之后感觉网上那个狗窝真是太便宜了。Синема, вы понимаете, я ему сказала сразу, давай мы закажем на сайте. Я посмотрела, выбрала, уже нашла хорошую. Там цена была дешевле, чем он сейчас купил материалы. То есть вы а он мне говорит, нет, я сделаю сам. Вот, пожалуйста, вышло дороже, и сейчас еще непонятно, что получится. Нормальная будка или не очень? Если получится не очень, то вы знаете сами, что я его убью. Вот, потому что... 管那个材料费刚才算了一下835。哎呦我的妈呀。哎我的妈呀。这是我跟你说，就是这是我们村乃至我们镇上乃至我们县上最牛的一个狗窝了。就是最贵的一个狗窝，不能说最牛的一个狗窝，是最贵的一个狗窝了。我感觉啊，这花小1000块钱整个狗窝太奢侈了，我的个妈呀。行吧，那咋整啊？行吧，все, будем смотреть, как он сделает, да?一开始我现在选料嘛，选好一点，什么保温料，什么外面那个大板子，什么铁皮顶啊，哎呀，想的可好了，兄弟们。然后一算，时候算800多，我都懵了。我媳妇儿要在网上买，我这没干，我这打碎牙往自己肚子里咽吧，那你咋整？Thank you.
И ты посмотри, и крышу сделал. Ой, какой молодец, а. Ну-ка, Луна, подожди, дай я посмотрю. Я тоже интересно. А ну пока куртку постелили, да? А завтра сено постели. Ну. Слушай, ну хорошо. Вообще, молодец, Мишка. Че, как? Нормально? Да, конечно. Лучше, чем вот это. Чиндер, а чем тебе ванна? Че, Луна, как тебе? Хочешь ванну? Нравится, да? Это я сказала сделать тебе. Тебе Миша сделал. Скажи спасибо ему. Че, ты тоже туда хотела, что ли? Маленькая.看着一大一小这么高兴，今天的辛苦也算值了。你还别说，就这狗窝是不是有那味儿了，很像我老丈人家的设计风格。行了，兄弟们，今天的视频就到这儿了，咱们下期见。